Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы с вами находимся в утробе душ, очередной герой, который мы с вами посетим. Так, ах, блин, тут уже вступили в бой. Что у нас и кто у нас? Танк. А, ох ты, ё-моё. Слишком ты прав. Танк там впереди планеты все, я понял. Утонут в пучине, смертные! Вы уничтожили мой народ! Мое королевство! Теперь ваш черед узнать, что такое потерять все! Северный ветер по-прежнему наполняет меня! Тени подземного мира служат мне! Можно подойти поближе. Лихо мы тут ворвались. Беги, малышка, беги! Тени Хельхейма! Остревель, и вы познаете холод смерти! Вы не победили! Нагльфар идет за вами! Давай на корабль, бум. Поехали крушить тут все. Слишком далеко. Нужно подойти поближе. Слишком далеко. Слишком далеко. Слишком далеко. Нужно подойти поближе. Кто там еще? Харбарон и Хелия, да? Ну. Окей, с двумя мы еще должны по-быстрому справиться. Такой себе кораблик, конечно. Запах крови сводит духов с ума. Чтобы попасть в Хельхею, нужно заплатить кровью. Можете сопротивляться, но я всегда получаю свою плату. Не хотите платить мне? Заплатите духом. Плоть сковывает душу. Я помогу тебе освободиться от ее гнета. Хелия заставит вас заплатить. Вам не уйти от судьбы. Да, это жестко. На наголь, парень, чужаки! Смерть портовым крысам! Не достаю. Слишком далеко. Мне нужна цель. Слишком далеко. Да ё-моё, чё я не достаю до него? Нужно подойти поближе. Это кто? А, тоже разбойник. Не достаю. Слишком далеко.
ближе. Мне нужна цель. Все на палубу! Нет добычи, нет получки. Зачистить на гальпар. Слишком далеко. Погибнуть в море. Свободен. Приятная смерть. Вперед на Хелию. А вот и она. Вы пожалеете о том, что пришли в мой мир. Да, да, да. Вы далеко зашли, но теперь вас ждет смерть. Вы за это заплатите. Мне нужна цель. Я теряю терпение. Не достаю. Ливень возмездия! Примите свою участь! Берегитесь! Нет, это невозможно! Что вы за создание? Ага, и что же дальше? Ага, ну вот, собственно, сама Хелия. Окей, поехали. Four, three, two, one. Берегитесь. Я утоплю вас, как крыс! Думаете, вы победили? Вы лишь пережили шторм. Так. Море нельзя остановить. Ну, это не может не радовать. Данж успешно пройден, и это хорошо. Что ж, друзья, на сегодня это все. Всем спасибо и всем пока-пока.